я покажу, страшно это, как все там пишут. Даже не чувствуется на палец. Вот трек поближе. Сбоку. Как это все смотрится. Вот наружный угол со снятой фаской. Привет! Тема сегодняшнего видео — показать результаты, финишные результаты, и ответить одновременно на вопросы, которые вы задаете и в комментариях, и в WhatsApp пишете, присылаете фотки. Конкретно частый вопрос о том, о финишной шпаклевке, подготовили под покраску, зашлифовали, обеспылили, загрунтовали, куча пятен, прям пятнит шпаклевка, страшно это или не страшно, это такой вопрос, он чаще всего встречается. Также покажу результаты по, кто следит за моим каналом, по примыканиям к трекам. У меня есть видео, как мы отрабатывали, монтировали треки, отрабатывали примыкания на потолках к встроенным трекам. Многие писали о том, что у вас там потрещит, что это будет некрасиво, неэстетично. Вот это я все покажу. Плюс я покажу, как у нас получились примыкания по дверям Invisible. Здесь уже на стенах Atachenta готово, здесь все распаковано, все это будет видно. Плюс я покажу результаты по поверхностям, это откосы и потолки в санузлах, да, то есть там, где мы отрабатывали полностью влагостойкими материалами поверхности, финишный материал там был USA, покажу, какие результаты получились там. Потом какие-то наружные углы со снятием фасочки, да, как получилось там с декором это все. Внутренние углы примыкания декора к потолку. В общем, все такие тонкие моменты, на которые, ну, не все, скажем так, честно, хотят уделять внимание, потому что, ну, это нудно и долго, да, на самом деле. Но, как говорится, вся суть в мелочах. Поэтому вот эти моменты покажу в этом видео. Начнем с потолков. Погнали. Так, вот этот потолочек. Вот видите, пятна где-то блестит. Ну, еще понятно, он загрунтован грунтом глубокого, но есть пятна где-то темнее, где-то от прожектора поблескивают. Вот сейчас грунт краской будем задувать весь этот здоровый потолок, где-то в 70 квадратов почти. Туда, там еще в коридорчике. И потом капостелан будет. И вот я покажу, страшно это, как все там пишут, ну не все, как бы много людей пишут, что типа есть такие подглинцованные, переуплотненные пятна. Либо не страшно это. Так, пистолет Graco Contractor на Condor Farbo Grunt. В 15% разведенная грунт-краска, 60 меж фильтр в ручку пистолета. Сюда и сюда. Значит, грунт краска вот так она выглядит. Еще раз покажу, да. Процедили, развели и перелили в ведра, накрыли крышкой, убрали с пола. Теплый пол тут, короче, у нас, потому что покрывается коркой. Так, ну вот грунт-краску нанесли. Практически вообще ни черта не видно, никаких пятен, ничего. И потом еще капостелан. Ребят, вот сейчас контровой свет.
абсолютно никаких нету. Есть хроматические аберрации, немножко кажется, где-то как то ли полосы, то ли что. Нет, все нормально, это просто так передает камера. То есть грунт, краска и потом капосилан перекрывают абсолютно все моменты, все вот эти пятна, которые так страшат всех на шпаклевке. Потолок выглядит абсолютно круто. И никаких вскипаний на переуплотненных местах, на вот этих блестящих, нет. Так, значит, ребят, результаты по примыканиям дверных коробок к стенам, да, именно со стороны, там, где у нас запад в лицо, получается, коробка со стеной, не со стороны откосов, а именно запад в лицо. Вот были вопросы, как у вас что получится. Мы оставляли, как я уже говорил, оставляли вот такой вот бортик, как бы его так показать. Вот 4 миллиметра вот он. По всему периметру. Вытягиваюсь. На дверях. И сводили уже финишной шпаклевкой именно западлицо с коробкой. И вот как ребята еще обошли это все аточенто декором. Сейчас поближе покажу, как это все у нас выглядит. То есть вот, даже не чувствуется на палец практически. То есть какие-то там доли миллиметра. Дальше двери Invisible, значит, со стороны, там где нет откосов, я вам уже показал, там где у нас декор был, да, а вот здесь со стороны именно откосов вот этот миллиметровый, сейчас наведу резкость, вот здесь вот миллиметровая толщина, она у нас черным силиконом проходилась. Опять же, четкое примыкание. Ну вот, в общем, потолок. Это светлые пятна, это от стекол блики такие. Вообще, этот большой потолок ребята еще кое-где не расклеили. Свою упаковку. Там уже расклеено. Тоже примыкание. Второе. Так, это второй этаж, потолочек треки распакованы, все тоже красиво. Еще один вот здесь так длинный гардеробный. Просто уходит темная ниша. Вот трек поближе. Все четенько. Фаской. Камера близковата, то есть она в общей сложности где-то миллиметр. Красивая, нормальная фасочка, и уже задевание рукавом или чем-то еще не будет влечь за собой каких-то сколов. То есть это такая зона, у нас вот лестница, выходишь, да, и вот угол. Точно тоже здесь проход
комнату. Тоже вот на наружный угол. Внутренний угол. Декор с декором. Там ниша под карниз. Тоже острый, четкий угол. Отсвечивает аж. Откос, который в декоре. С наружным углом. Вот это у нас мансардный такой этаж. Вот. Окна в потолке у нас. И вот луя седьмая. Как смотрится. Вот видно, да, такое аж отражение небольшое. Это второй этаж. Это вот такие вот откос длинный с правой стороны, да, у нас это дверь, выход на балкон. Здесь паску не делали, потому что здесь будут обои. Сейчас я наведусь. Обрезаться по фаске крайне неудобно. Так, это у нас самый большой санузел на втором этаже. И здесь у нас уже не встроенный трек, а профиль под наклейку двух лент светодиодных. То есть это так называемые световые линии. Сейчас они без экрана. Там еще будет монтироваться диодная лента. И тоже на потолках Луя 7. Вот сейчас видно, как отражается лампочка. Сейчас я еще залезу на стремянку, покажу вам сбоку. Ну и вот вид сбоку. Как это все смотрится. Снизу такое чувство, как будто это такой очень... как бы, ну, натяжной потолок хорошего качества, такой полумат, полуглянец непонятный. Ну что, вот такие результаты получились у нас. Вы сами все видели, что вот это вот под уплотнение шпаклевки и вот этот визуальный эффект после грунта, грунт усиливает еще этот визуальный эффект. В принципе, на последующую покраску никак не влияет. Ничего не подкипало, все открасилось. Грунт-краска, в принципе, за один слой практически укрыла все это. А капосилан это просто все уничтожено. То есть белое полотно сплошное получилось. Примыкание видели вы сами, как по трековым светильникам, так и по дверям Invisible. Углы, откосы. То есть, да, это отнимает много времени. Это надо железные нервы на все это доводить. Но как бы это стоит все денег. И усилия эти, они как бы стоят вот этого результата. То есть, если мы работаем в премиум сегменте, то доводите, считаем все до конца, не оставлять какие-то мелочи, потому что это будет просто ложка дегтя в бочке меда. И оно может испортить весь конечный результат и впечатление у вас. А с вами, как всегда, был канал «Ремонте и отделки» про семинар Брест. Если видео было полезным, ставьте пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал. Меня зовут Юрий, а я желаю вам всем удачи, крепкого здоровья, мира. До скорых встреч.